Таблоиды утверждают, что Ирина Шейк рассталась с Брэдли Купером из-за его мамы. Как передает Бимра, женщины не ужились вместе в одном доме в Лос-Анджелесе. Обе женщины не относились друг к другу хорошо, и Шейк якобы поставила Купера перед выбором, она или мать. Купер, как утверждается, выбрал вторую. О расставании пары стало известно в мае 2019 года. Ранее причиной разрыва называли певицу Леди Гагу, снимавшуюся у Купера в фильме «Звезда родилась». После стало известно, что Леди Гага решила отбить у Ирины Шейк теперь еще и подругу.